Опа-на, здравствуйте. Знаешь, сколько времени, сколько пришло? У меня уже визиточка висит. Маша, скажи, пожалуйста, на камеру, а почему тебя так долго не было? Доброе утро. А я прогуливаюсь. Днем рождения, Табата. Сколько раз бёрпи делал? Я даже не сосчитал. Ты можешь бесконечное делать, да? Конечно. Понятно. Это такая нагрузка, которая только радость. Ладно, что у нас там дальше по плану? Как настроение? Настроение отличное. Сожалею о том, что пропустил столько много тренировок, поэтому сейчас очень тяжело прогоняться. Тяжело тебе? Да. Вообще чуб зачетный просто. Спасибо. The best. Спасибо. Отвлеклись немножко, отдохнули, да? Я думал, просто чаепитие будет. И все? Да, и все. А тут, видишь, 50 человек собралось. Ты же посчитал? Может, каждый раз говорить, что день рождения будет, и 50 человек будет приходить. Я за сувенир пришел. А сувенир? Я сейчас сувенир, да. Я хочу медаль. Мы с Машей пришли за накачанным прессом, да, Маша? Да, Серёжа, да. Молодец. Маш, ну ты знаешь, что секрет накачанного пресса – это не один раз в год ходить на тренировки. Знаю, тренер, знаю. Каюсь. Больше пропускать не буду. Что, пацаны справились вообще? Да, да. Все нормально? Изи, да? Там на видео посмотришь, там посмотрю. Все техника. Эталонная, да? Эталонная, да. Палки выставлю, как же. Леш, что у тебя с лицом, а? Скажи, пожалуйста. Задумался. Ага, понятно. Табат только началась. Да, ребят, скакалочки у нас сейчас. С годовщиной всех! Вот это поляна, конечно. Ты сам моторчик отгадал? Да? Круто. Да. Маша вообще кулина. Кондитер, да? Такой ЗОЖ происходит вообще нереально. Ну кого-то я...